Пензенская клиническая больница. Это настоящая гордость нашего городского округа. В этом году отмечает 70-летний юбилей. Здесь спасли сотни, тысячи пациентов и подарили им надежду на здоровую и полноценную жизнь. Врач-акушер-гинеколог Яна Зыбина работает в Химкинской клинической больнице четвертый год. Всего же медик отдала профессии 11 лет. Говорит, для нее это не просто работа, а призвание. Пациенты, их тепло, видно, что они доверяют врачу. Это очень, ну, как бы ценно для врача. Очень радует, когда приходят пациенты через какое-то время, говорят: а я у вас рожала, это вот ваш ребеночек, да, вот посмотрите, там вот вы дежурили. Всегда очень трепетно и очень приятно, когда пациенты помнят, приходят, даже спустя какое-то время говорят спасибо. Это, мне кажется, это самое главное для врача. Химкинская клиническая больница является самым крупным многопрофильным лечебным учреждением городского округа. За свою более чем полувековую историю был пройден путь от небольшой провинциальной больницы до одного из крупнейших медицинских учреждений Подмосковья. Сегодня это еще и научная база для кафедр медицинских институтов. Наша больница сейчас многопрофильная. Мы оказываем все виды помощи, от хирургии до родовспоможения, в терапевтическом направлении. И активно развиваемся. Вот даже за последнее время мы открыли дневные стационары взрослой и детской хирургии, мы открыли отделение взрослой и детской реабилитации, паллиативное отделение. Построено и введено в эксплуатацию много поликлиник. В больнице работают около 1500 человек. Многие врачи имеют звание доктор медицинских наук, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Регулярно приобретается современное оборудование, которое позволяет на высоком уровне проводить диагностику и лечение различных заболеваний. Даме картинка дает больше, успокаивает, да, вот это и для, то есть сосредоточит пациента, да, вот, ну, в основном тут нарушение вестибулярный аппарат, когда их поднимаешь, и у них голова кружится, вот это, собственно, дает, это искусственно дает такую возможность, чтобы они уже, ну, сосредоточились. На данный момент в структуру больницы входит 5 детских и 9 взрослых поликлиник, более 20 профильных отделений, женская консультация и роддом, который откроется после масштабного капитального ремонта в конце этого года. Медицинское учреждение продолжает динамично развиваться, сохраняя лучшие традиции лечения пациентов. Химкинская клиническая больница, с днем рождения! Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.